Благоустройство парка Новотутина продолжается. Идут работы по подготовке основания будущих дорожек. В этом году также здесь установят видеонаблюдение, лавочки и освещение. Мы приняли решение о том, что мы в этом году выполним еще одну часть. Нашли эти средства. Средства нашли из экономии по торгам. И выполним еще один спуск. Параллельный, тоже будет достаточно интересный, выполнен в виде таких нескольких лестничных маршей, будет достаточно любопытным. Это сквер транзитный, там его логика, именно пешеходные связи вот по такой зеленой красивой территории. Завершить благоустройство объекта планируется в этом году. На время проведения работ горожан просят не посещать территорию парка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.